Добрый день, любители гортензии. Постоянно идут споры, какой черенок лучше, одревесневший или зеленый. И мы решили испытать это на своем примере и показать, как же будут развиваться в течение сезона при одинаковом уходе черенки такого сорта, как пинкачо. Обратите внимание, у нас есть пинкачо. Вот его корневая система. То есть тут видно, что корешки только-только стали доходить до стенок ячейки. И сорт был укоренен 5 апреля. А здесь зеленый черенок. Этот же сорт, пинкачу. Когда он был укоренен? Он был укоренен 14 мая. То есть между этими двумя черенкованиями где-то полтора месяца. Но здесь черенок зеленый. Обратите внимание, что он более активно пошел в рост. И вроде кажется, что так как корневая более мощная, это с этого черенка получится за сезон гораздо более мощное растение. Мы оставим наедине вас с вашими мыслями. Вот. Обратите внимание еще раз. Высказывайте свои мысли, пожелания, что нас ждет в результате этого роста. И что же, как вы думаете, мы получим в конце этого сезона?